Привет, друзья! Мы на Должанской косе, и это Азовское море. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Друзья, ну что, мы обновляем свои камеры. Приблуды, да, спасибо вам, что вы спонсируете, переводите деньги. И вот мы смотрите, купили. Смотрите нас, огромнейшее. Да, это видеоотчет. Мы вот купили вот такую вот камеру. Asmic Pocket. И мы надеемся, что вам будет нас видно лучше, да. И вам больше будет нравиться, и мы сможем вам донести всю ту красоту, которую мы снимаем. Да. А сейчас мы в Ростове, и мы едем на Павлочайковскую косу. О, нет, на Должанскую. Нас встречает. На Должанскую едем. Едем на Должанскую, на Азовское море, так что смотрите. Теперь мы едем на Азовское море. А вот, друзья, кольцо. Это уже город Ейск, да. Если у вас будет время, заедьте обязательно. Посмотрите, очень классный город. А мы поехали дальше. Ну что, друзья, вот мы и доехали, видите, начинается, сдаю. Должанская коса, сразу камера. Вывески, сдаю, жилье недорого, без хозяев. Да, так что без жилья вы здесь не останетесь, если приедете. Вот такая вот, ну сейчас еще дальше поедем, вот посмотрим. Стоит Должанская. Да, коса. А, это Должанская. Должанская станица Должанская просто. Основана в 1848 году. Да. Вот заправка, остановка, домики, все как надо. Друзья, вот здесь есть магнит. Так что, если кто хочет, ну, любит магнит, так что надо покупать. Кому нужно водички, кушать. Пожалуйста, да. Магазин рядом. Магазин рядом, да. Друзья, ну вот указатель на серф-приют, и едете прямо. Поехали. Друзья, мы отдыхали в этом серф-приюте. Очень хороший отель, приличный. Нам очень понравилось. В общем, приезжайте, отдыхайте. Да, и вот началась трясучка. Дорога неровная. Давай закроем окна. Газель мчит. Тут, короче, суть в том, что чем быстрее, тем меньше ям. Вот, друзья, почему мы едем как на стиральной доске. Видите, какое покрытие какое. Друзья, а теперь вот такой лайфхак. Чтобы доехать поближе к косе, перед серф-приютом, поворачивайте направо, а потом налево. И вы максимально близко подъедете. Ну, увидите, вот справа. Вот машины стоят, и вот оно море. Да. Да, мы с вами находимся на Должанской косе, Азовское море. Вот да. Такие красивые валуны, вот он пляж, ракушки. Да, ракушки. Самый кайф, ракушки, это похоже на Крым. Да, на Крым похоже. Ну, это, друзья, видите, обсыпали пляж, это Россия, и хотят загородить, походу. Самой косы пока нету, видишь, Ален, косы да, нету. Да, нету еще, она не образовалась. Да, еще не образовалась, ее зимой смывают. Да, здесь такие крупные ракушки. Да, ракушки крупнейшие просто. Здорово. Давайте попробуем воду. Теплая? Давай, попробуй. Кайф. Теплая? Да.
Я пошла купаться. Ну подожди, пойдем. Муж не пускает меня купаться. На самом деле я бы сейчас замернула. А еще мне нравится, что это серф-приют, и здесь много очень серферов. Это так красиво. Ну сейчас мы, видимо, пойдем на пляж серф-приюта. Серфингистов. Да, серфингистов. Серферов, правильно. Ну жалко, что не видно косы, правда, нету ее. Или пойдем посмотрим сначала, что нет косы. Еще здесь есть комары, но главное, здесь есть море. Косы самой нету, а море есть. Красотища. Здесь да, косу смыло, видимо. Да, косы нет. Она намывается, она вон там вот видно. Видите, волны. Вот она начинает намываться. А когда она намоется? Не знаю. Красота. В этом месте соединяется Таганрожский залив и Азовское море. А вон сейчас он будет становиться на нее. Пойдем посмотрим ближе. Поедешь ты? Ой, сейчас вот это вот тоже. Обалдеть. Ален, попробуешь? Обалдеть, обалдеть. Хорошо, ветра нет. Приют, очень нравится, территория пушечная, да. Все классно. Вода рядом. Да, вообще. Вода вообще рядом. Кайф. Здесь еще такое кафе-столовое есть на берегу. Да, мы сейчас вкусное. Пойдем покушать, покажем. Да. Виды здесь классные, прям с домика выходишь, ну вот проходишь, да, и пляж. Шикарно вообще, шикарное место. Прокаты, обучение. Вот, друзья, на Должанской косе можно взять снаряжение и посерфить. Вода прекрасная. Просто шикарная водичка. Друзья, вода супер просто. Вода супер. Холодная. Нет, вода отличная, суперская. Да. Мне очень нравится. Кайф. Ныряй давай. Так, тихо. Бухгалтер говорит, тихо. Кайф. О, пошла. Поперла, да, Ален? Кайф. Друзья, ну в общем, что, дорога сколько заняла? 2 часа 23 минуты. Да, с Ростова 2 часа сюда, 2,5 часа ехать.
Это... Утром это 2 часа. Абсолютно. Да, пробок нет, дорога просто чистая и пустая, без машин. Мы вообще не понимали, куда мы ехали сначала, но нам очень понравилось, все классно. Море соленое. Соленое, и теплое, да. Замечательно. Азовское соленое. Да. В общем, нам понравилось. Понравилось, приезжайте. Да. Что еще хотелось сказать? Ехать недалеко стоит. На выходные съездить вам. На выходные вообще провести 2 дня. Да, провести 2 дня. Мы еще вам сейчас пройдемся, покажем места там. Также можно с машиной, с палаткой остановиться, да. Там дальше. Можно палатку просто от солнца, можно палатку, которая ночевать, да, с матрасами. Которая ночевать тоже, вот люди там дальше стоят и здорово. Спокойно, да, ночуют. Да. В общем. В общем, классное. Да, Должанская коса рулит, Азовское море классное, вас зовет. Да, вас зовет, друзья. Ладно, смотрим дальше. Друзья, кстати, мы хотим сказать, что за нашей спиной, ровно за нашей спиной, находится Мариуполь. Его было видно, ну, ночью его видно, ночью мы тут не застанем, мы вам не покажем, но ночью видно тут Мариуполь. Еще мы узнали, что море закрывали, а сейчас оно открыто. Приезжайте и катайтесь. Да. На серфе. На серфе мы узнали. Море, море закрывали из-за боевых действий, из-за спецоперации. Да. Да, а еще мы узнали цену. Хотите, да, вам цена. Расскажем? Конечно, хотим, расскажем. Да, 3900 стоит 2 часа с инструктором. Вот, а 7900, почти 8000, стоит 2 часа с инструктором и часик самостоятельно. И спорт это для ленивых. Да. Между прочим, друзья, давайте попробуем, мы хотим. Можно неподготовленным прийти. Да, да, для ленивых. И вас научат. Таких, как мы. Вот, Должанская коса, серф-приют. Да, тут проходят соревнования, кстати. Ветратория называется организация. Да, да. Приходите. Вот можно такую вот для тени палаточку ставить надо. А вот рыбаки ловят. Садков не вижу, но видел, тянули рыбу. Ну что, рыба есть хоть какая-нибудь? А, только закинули. А, сейчас посмотрим, друзья. Сейчас кита. Бля, да, отойди, Алена, ты, тебя да, сейчас да, задену. Да. Что там у нас? Что там такое? Кит такой. О! Огромный. Обалдеть! 2, 3, ой, 2. Нифига себе, кайф. Вот это рыбеха. Класс. Хорошая. Донская, да? Ну конечно, нет, донская. Пойдем, ладно, Ален, не мешай людям. Ну ты засмущала прям. Да, сразу 2 рыбки поймал. Обалдеть. Обалдеть. Друзья, ну вот смотрите. Вот вода. А вот здесь вот можно снять беседку. Мы не знаем цену еще. Ну, жена говорит 500 рублей. Возможно, 500 рублей. В прошлом году было. А, это в прошлом году было 500 рублей. Видите, сколько много там их там. Просто край вообще просто. Края, вернее, не видно. Так что приехать пожарить шашлык. Фуф, вообще великолепно. Просто место прекрасное. Дорога вон там вот идет. Дорога вот сразу за... Ну вот за зеленью. Короче, близко очень дорога. Так что, друзья, приезжайте. А есть видно отсюда? Обалдеть. Друзья, это смотровая МЧС. Так что за островом или что это, полуостров. Наблюдают. Он в безопасности. А Мариуполь видно отсюда? Немного. Немного? Так что. Да просто. Мы снимаем видеоблог.
Комары нас сейчас съедят, и так все. Комаров тут ужас. Это ужас, сколько комаров. Ну вот, друзья, мы пришли оттуда, с того берега, с Азовского моря. Вот Таганрожский залив уже. Тоже детвора купается. Тоже обалденный пляж. Вот такой вот тут выступ. Оп, катапультировали себе с рюкзаком. Просто красота. Красотища. Но здесь уже, по идее, не должна быть соленая вода. Теплая. Теплая, да? Ну вот, Алена попробовала, говорит, теплее, чем море. Пойдем пройдемся, Аленчик. Ладно, пойдем мы кушать. Ну сейчас, может, по пути еще что-нибудь снимем. Ай, ты собачар. Просто кайф. Люди отдыхают, наслаждаются. А вон там где-то, да, где-то вон там, уже чуть левее, Мариуполь, друзья. Там сейчас радости нет совершенно, там одна боль и скорбь. К сожалению, большому, большому сожалению. Ну ничего, все будет хорошо, война да. Почти закончилась. Ну это нам так хотим, СМИ говорят, да. Мы надеемся, верим. Все будет хорошо. Да, ладно, идем кушать. Сейчас мы вам покажем классное заведение, где можно покушать. Заходи. Ой. А с той стороны? Спасибо. А летом отсюда было. Ну ладно. Вот мы когда были, мы вот здесь ночевали, вот эту. А, точно, да. Да, это серф привет, друзья. Да, классно. Сейчас пойдем посмотрим, что там внутри нам предлагают закушать. Да. Закушанье какие. Что за кушанье? Комары. Комары, вот магазинчик. Да. А вот эти вот номера. Тут много домики всякие еще есть. В купальных костюмах нельзя, но мы не в купальных. Да. Столовая. Вон туда. А, ну иди, набирай мне тоже. Набирай телефон. Хорошо. Сейчас мы в гости. Ладно. Так, одел маечку, чтобы было все культурно. Берем поднос. Да ничего, я говорю, берем поднос. Ты два подноса взяла? Два подноса. Хорошо. Здрасте. А это один, да? Одно блюдо? Одна порция, да. Одна. А, одна порция. Это мясо, да, с картошкой? Да, да, да. И можно кусочек? Курицы и картошку жареную. А ты что будешь? Это тоже, наверное, то же самое. Друзья, ну вот что мы взяли. Видите сами. Вышло сколько, Ален? Салат перу 744 рубля. Да, 744 рубля с вот таким вот прекрасным видом. Это просто что-то нечто. Ну что, друзья, закат прекрасного дня. Просто невероятный закат.
просто невероятно. Встречаются два моря. Вернее, море и залив Таганрогский залив. И чайки поют, так красиво, и месяц. Да. Месяц, солнышко садится, просто потрясающий закат. Великолепно. Великолепное окончание дня. Ну что, друзья, вот такое бывает тоже. Приятное завершение дня закончилось тем, что она села аккумулятор. Ну вот сзади чувак сейчас поможет, подъедет, прикурит. У нас есть провода. Чувак, если ты смотришь, спасибо тебе. Он там стоит, дрон запускал свой. Так что вот такие вот дела бывают, друзья. Да, вот он. Мужик по это. Спасибо! Порекурил нам, слава богу, прикурил, мир, слава богу. Мир не без добрых людей. Да. Жена сразу паника. Жене уже. Паника. Да. Истеричка, это сработал аварийный режим, у меня уже так было, да. Я ездила к мастеру. Ну нет, на самом деле жена Али забыла выключить габариты нижние. Ладно, едем домой, друзья мои. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Алены Позитивас. Туда? Да, направо. Благодарю каждого, кто помогает каналу. Вот видите, и камеру обновили. Слава богу, спасибо. Да, спасибо вам большое. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, мы еще ждем много вас. Интересного, много покажем весь. И хотим вас радовать. Да, весь юг России покажем вам. До новых встреч, друзья.